Всем привет! Меня зовут Плешков Александр Сергеевич, я врач-проктолог клиники Авиценна. В 2009 году я закончил Челябинскую медакадемию, 6 лет работал в стационаре Челябинской областной клинической больницы врачом-хирургом и проктологом, и вот уже 7 лет лечу пациентов в Крыму в клинике Авиценна. Также я член профессиональных сообществ и регулярный участник конференций и мастер-классов, а также трехкратный победитель премии продукторов по мнению пациентов. Какими заболеваниями же я занимаюсь? Геморрой, анальные трещины, параректальные свищи, острые паракиты, кандиломы, эстетическая проктология и многое другое. На осмотре деликатность, аккуратность и минимальный дискомфорт. Используются одноразовые смотровые шорты, одноразовый пластиковый инструмент, никаких железных трубок, как по старинке. В работе я использую все современные методы и оборудование. Пробежимся по ним, которые представлены у меня. Латексное легирование внутренних узлов, безоперационное лечение внутреннего геморроя. Аппарат для дезартеризации внутренних узлов, так называемая операция Холорар. Малоинвазивная хирургическая. И далее семья хирургических инструментов. Радиоволновой аппарат, ультразвуковой скальпель, гармоник, лазер для лечения внутреннего геморроя, а также препарат Диспорт или Ботокс для лечения хронических анальных трещин или длительно незаживающих ран, и пробирки для плазмолифтинга, которые усиливают регенерацию тканей также при анальных трещинах и длительно незаживающих ранах. Все манипуляции и оперативные вмешательства проводятся в условиях стационара одного дня без длительной госпитализации, под местной анестезией, спинальной анестезией или в условиях медикаментозного сна.